Сегодня в рубрике «Профессии мечты» мы расскажем о Юлии Тириковой. Ей 12 лет. Из них 11 провела в детском доме Мерхемет. Отец девочки умер, а вот мать жива, но была лишена родительских прав. Есть старшая сестра, но она живет отдельно. Юлия уже давно мечтает стать массажистом. Мы постарались хотя бы на один день воплотить ее профессию мечты в жизнь. Для чего и провели для нее индивидуальный мастер-класс в одном из самых лучших спа-клубов города. Стирание подготавливает ткани к более глубокому воздействию, к разминанию. Поглаживание, растирание, разминание, вибрация – это приемы классического медицинского массажа. Сейчас, по словам спа-мастера, большим спросом пользуются экзотические направления. Несколько элементов перуанского и тайского массажа Айрат Сагдатулин продемонстрировал, насколько это возможно за короткое время учебного занятия. Вот, кстати, показатель правильности массажа – это разогревание ткани и покраснение. Здесь оно есть, как бы здесь еще недостаточно. Главное в профессии массажиста, сейчас более модно называть его спа-мастером, иметь хорошую энергетику и теплые нежные руки, чтобы прикосновения были добрыми. Девушка, которая выполняла во время мастер-класса роль первого клиента Юлии, отметила, руки у девочки приятные. А это значит, что самый первый шаг к профессии мечты сделан. Рассмотреть ее как кандидатуру на должность спа-мастера, она повела себя очень хорошо, то есть она все усваивает, все повторяет, руки довольно-таки мягкие, но при этом чувствуется, что сила есть в руках, вот, то есть как перспективный спа-мастер она вполне может работать у нас. За день, проведенный в спа-клубе, Юлия лишь утвердилась в своих желаниях. Теперь главное получить медицинское образование. Ведь для хорошего массажиста самое главное – отличное знание анатомии. Надо закончить 11 классов, потом медколледж пойти, потом сюда можно с дипломом. Под занавес встречи для Юлии Териковой провели экскурсию и показали возможности современного спа-направления для отдыха и оздоровления человека. Турецкая баня «Хамам», русская и греческая, бассейны и соляная комната. Каждая из процедур приносит свою пользу. Многое из увиденного стало открытием для девочки, но настала пора прощаться. И кто знает, может быть, совсем ненадолго. Юлия Сафина, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.